Acest program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. На Акчен ТВ главные новости дня с Ольгой Федосенко. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. После того, как президент Игорь Дадон призвал правительство осуществлять еженедельный мониторинг цен на товары и услуги в Молдове, в пятницу состоялось первое заседание специально созданной для этого рабочей группы. Порядка 2 миллионов леев ежедневно политические оппоненты президента Молдовы Игоря Дадона тратят на написание и распространение фейк-новостей и так называемых расследований, направленных на очернение имиджа главы государства. Об этом Игорь Дадон заявил в очередном выпуске «Президент отвечает». Национальное агентство общественного здравоохранения в пятницу провело пресс-конференцию, рассказав о принимаемых мерах в связи с распространением по миру коронавируса нового типа. В Молдове случаи заражения не зафиксированы. За титул самого быстрого шахматиста Молдовы в этом году поборются 40 игроков. Мужской и женский турниры пройдут по швейцарской и круговой системам в 9 туров. Сказано, сделано. После того, как президент Игорь Дадон призвал правительство осуществлять еженедельный мониторинг цен на товары и услуги в Молдове, в особенности социальной направленности, в пятницу состоялось первое заседание, специально созданное для этого рабочей группы. Его провел премьер-министр Ион Кику. Рост цен на топливо, повышение стоимости проезда в междугороднем транспорте и рост цен на основные продукты питания стали главными обсужденными вопросами. Заседание началось рано утром, в 7 часов. Первым рассмотренным вопросом стал рост цен на бензин и дистопливо, произошедший в январе этого года. По словам главы Кабинета министров, есть все основания полагать, что за этим стоит картельный сговор. Особое внимание будет уделено и деятельности Совета по конкуренции, потому что, пусть и на уровне предположения, но нам кажется обоснованным мнение, что зачастую изменение цен происходит на основании договоренности, и тогда всегда появляется подозрение в картельном сговоре. Особенно явно это проявляется по ценам на топливо. Цены на топливо на заправках меняются в один и тот же день, в равной пропорции, и это несмотря на то, что все это разные экономические агенты. У них разные расходы и разные объемы запасов топлива. Поэтому ситуация вызывает множество вопросов, которые будут обсуждены и сегодня. Глава правительства выразил крайнее недовольство работой Совета по конкуренции, еще раз отметив, что в вопросе повышения цен на топливо вполне очевидно прослеживается картельный сговор, а руководство Совета бездействует. Я помню, как в 2007-м, когда создавался Совет по конкуренции, все были настроены реально бороться с картельными сговорами, но что-то я не особо слышал о результатах вашей деятельности. Выслушав информацию, представленную главой Национального агентства по регулированию в энергетике, Кику сообщил, что, по его мнению, механизм, в соответствии с которым раньше устанавливались цены на топливо, когда поставщик должен был обосновать свое требование о повышении стоимости, был гораздо справедливее. При этом премьер констатировал, что повышение стоимости акцизов и рост цен на мировых биржах – не главная причина повышения цен на топливо в Молдове. В данной связи Кику подчеркнул, что в среднем стоимость литра бензина выросла на 11 банов, в то время как на мировых биржах цена упала. Одно можно сказать точно. Январское повышение стоимости топлива продиктовано не только ростом акцизов и ростом на международных биржах. Это если подводить краткий итог. Другой темой, обсужденной в рамках первого заседания рабочей группы, стало повышение оплаты проезда в междугороднем транспорте. Премьер отметил, что правительству предстоит принять решение не только по контролю за выполнением обязательств со стороны перевозчиков, но и разработать меры по поддержке социально уязвимых слоев населения, постоянно пользующихся этим видом транспорта. Тарифы не были ажустаты в 2013 году, когда часто периода с аудублат
Тарифы не повышались с 2013 года, хотя за этот период зарплаты по стране удвоились, значительно увеличился обменный курс валют, возросли цены на топливо. То есть, с экономической точки зрения, это повышение обосновано. С другой стороны, все общество абсолютно право в том, что если не предпринимаются шаги по обновлению парка маршрутных такси и автобусов, потому что если транспортные средства не соответствуют стандартам безопасности и комфорта, значит, они не должны больше появляться на рынке. Nu corespunde стандартам de securitate, de confort, atunci ele nu trebuie să mai regăsească pe piață. Также глава правительства потребовал от участников рабочей группы внимательно следить за ценами на главные продукты питания, а не только на так называемые социальные товары. Кику отметил, что есть разумные подозрения, указывающие на то, что крупный поставщик или производитель определенной продукции давит на более мелких, диктуя свои цены. В данной связи премьер привел пример с картофелем, предупредив, чтобы весной этого года страна вновь не оказалась без столь популярного корнеплода, часть из которого, увы, приходится импортировать. Я знаю. Printre importatori sunt câțiva care sunt cei mai mari și Я знаю, что среди импортеров есть несколько крупных, которые пытаются диктовать свои цены всему рынку. Проверьте, пожалуйста, соответствующую ситуацию, потому что и в прошлом году Молдова не смогла произвести необходимое количество картофеля для внутреннего пользования. И зачастую в апреле появляется подобная ситуация. Анса, проверьте ситуацию. Подводя итог, Кику подчеркнул, что требует, чтобы представители рабочей группы не только рассматривали уже утвержденное повышение цен на те или иные товары, но и действовали на опережение, успев разработать соответствующие механизмы поддержки населения. Я хочу, чтобы мы действовали на опережение, а не только после того, как цены уже были повышены. Мы должны понимать, что повышение налога или сбора по цепочке приведет к увеличению стоимости определенных товаров. Соответственно, мы должны обеспечить защиту, будь то компенсация для лиц, которые больше всего пострадают, либо другие элементы, которые бы обеспечили здоровое равновесие в определенной области. Стоит отметить, что рабочую группу возглавил глава Минфина Сергей Пушкутса. В ее состав также вошли министр экономики и инфраструктуры, министр сельского хозяйства и пищевой промышленности, глава Национального антикоррупционного центра, председатель Совета конкуренции, глава Национального агентства по регулированию в энергетике, глава Национального бюро статистики, глава налоговой службы, глава таможенной службы, глава Национального агентства по безопасности пищевых продуктов. Периодичные заседания этой рабочей группы еще предстоит установить, но, по словам премьер-министра, они будут достаточно частыми, раз в две недели, для того, чтобы не позволить нечистоплотным экономическим агентам наживаться за счет населения. Напомним, что создать группу по мониторингу цен на прошлой неделе правительство призвал президент. Тогда Игорь Дадон отмечал, что подобный механизм успешно работал во времена кабинета министров Зинаиды Гречаной. Экономическая модель Молдовы не позволяет государству диктовать производителям и продавцам цены на производимые и продаваемые ими товары. Однако государство располагает законными механизмами для того, чтобы регулировать рост цен. Об этом заявил Игорь Дадон в эфире очередного выпуска, ставшей уже традиционной программы «Президент отвечает», подчеркнув, что он уверен в том, что правительству удастся взять под контроль рост цен на топливо и продукты первой необходимости. Глава государства напомнил, что именно по причине резкого и, скорее всего, необоснованного роста цен на ряд категорий товаров он и обратился к премьеру для того, чтобы правительство разработало механизм мониторинга эволюции цен на самые важные социальные точки зрения группы товаров. Игорь Дадон напомнил, что во времена, когда он был вице-премьером и министром экономики, подобный механизм правительственного контроля над ценами очень успешно применялся. И в течение недели нечистоплотные экономические агенты, пытавшиеся нажиться на ежедневных нуждах населения, быстро ставились на место. У нас есть такой опыт 10 лет назад, в 2008-2009, я руководил такой группой в правительстве, когда мы еженедельно, повторюсь, еженедельно смотрели динамику цен. Ну, к примеру, приведу пример. Выросли цены на сахар в течение недели. Я собирал всех министров, и налоговую, и таможню, и так далее. И мы смотрели, почему выросли цены на сахар. Обычно могут расти. Почему? Потому что нету сахара, либо цена на этот товар где-то выросла. Если мы смотрели, что нет этих предпосылок, но был сговор между продавцами, тогда мы быстренько через инструменты государственного регулирования, налоговой службы и так далее приводили ситуацию обратно на тот уровень, который был до повышения цен. Ситуацию с повышением цен на топливо глава государства назвал беспределом, уточнив, что местные компании-импортеры нефтепродуктов очень часто оправдывают это ростом стоимости топлива на мировых биржах. Однако почему-то забывают снизить цены на продаваемые ими бензин и солярку, в том случае, если их стоимость на мировых биржах падает.
Я уже предупредил тех, кто работает на рынке нефтепродуктов в Молдове, что нам придется возвращаться к тем механизмам жестких регулирования, которые были до 2018 года. Тогда демократы отменили, когда государство ставило максимальную рентабельность на продажу бензина и дизтоплива в Молдову. Если они не будут реагировать на изменения цен на нефть на внешних рынках, нам придется возвращаться к этому механизму. Подводя итог, президент выразил уверенность в том, что государству удастся взять под контроль рост цен и на нефтепродукты, и на другие категории товаров повышенного спроса. Тем временем в Молдове снизились цены на картофель. Стоимость существенно упала по сравнению с декабрем и сейчас составляет от 4 до 5 леев за килограмм. Граждан удешевление радует, ведь это один из наиболее востребованных продуктов питания. Стоимость килограмма картофеля упала с 6,7 леев до 4,5. Последний раз такие цены регистрировались в октябре и ноябре прошлого года. Одна из причин – целенаправленная политика правительства, предусматривающая в том числе смягчение карантинных требований на импортный картофель. В странах-импортерах картофель тоже подешевел. И на этом фоне отдельные молдавские сельхозпредприятия, располагающие значительными товарными остатками, начали снижать цены. Да, много картошки привозной. Беларусь, Россия, поэтому цены ушли вниз. 5,50 картошка, 5,70. Есть и по 4,50 по мелочи. Вся картошка подешевела, потому что там, где она откуда привезет, тот из Беларуси или где там, и чуть подешевела его зашел, и у нас. Там подешевела, и у нас подешевеет, там поднимается, и у нас поднимается. Вот все, вся проблема. И мы, конечно, не можем держать цены великие, потому что торговля не идет. И решили чуть-чуть избавить, можно сказать, налей дешевле. Потому что там тоже торговля не идет. Покупателей мало, поэтому мы снизили цену, чтобы покупали хотя бы что-нибудь. Раньше второй хлеб, картошка шла очень хорошо, а теперь нету денег. И покупателей мало. Снижение цен на картофель кишиневцы заметили сразу. Ведь буквально недавно его цена превышала 12 леев за килограмм. Прицурла картофса микшорат. Цены на картофель снизились. Несколько дней назад они были выше, сейчас ниже. Возможно, это из-за импорта, потому что на агрорынке уже можно найти картофель за 4 лея, а на базаре по розничной цене за 7-8 леев за килограмм. Вижу, что подешевело действительно. Было по 12, по 10 лей было. Сейчас подешевело. Видно... Завозы были больше, и поэтому и упали цены. Мы стараемся и покупать, и потому что действительно подешевело чуть-чуть. Подешевело, потому что много картошки, действительно много картошки, и они их держат, но портится. Еще одна причина – снижение спроса на базовые продукты питания в период зимних каникул. Специалисты отмечают, что прежде на зимние праздники в Молдову возвращалось большое количество трудовых мигрантов. В последние несколько лет в стране наблюдается обратный процесс. В этот период многие жители столицы отправляются за рубеж или на малую родину. В села. Порядка 2 миллионов леев ежедневно политические оппоненты президента Молдовы Игоря Дадона тратят на написание и распространение фейк-новостей и так называемых расследований, направленных на очернение имиджа главы государства. Об этом Игорь Дадон заявил в очередном выпуске «Президент отвечает», подчеркнув, что это деньги на ветер, потому что подобного рода грязные кампании не беспокоят ни главу государства, ни его родных. А вот источники финансирования этих кампаний заинтересовали президента. Ежедневно информационное пространство пополняется новыми, бессмысленными и лживыми новостями о президенте Молдовы. Речь идет о сотнях атак, в которых затрагивается как сам Игорь Дадон, так и его родные. Такие данные представил сам глава государства, уточнив, что все это очевидная и намеренная ложь инициаторами и спонсорами, которые выступают его политические оппоненты.
Почему так много атак на меня именно сейчас? Предвыборная кампания еще не началась, но мои оппоненты уже вступили в борьбу за пост президента. Возникает вопрос, почему они не дождались сентября-октября. Ответ очевиден. В начале января мы выступили с рядом социальных инициатив. Люди в селах получили по 700 леев. Пенсии будут индексироваться дважды в год. Мы предложили повысить зарплаты. Все это очень сильно обеспокоило моих оппонентов. Опоненти мои политики, а у форте маремути. Игорь Дадон констатировал, что его оппоненты, не сумевшие ничего хорошего сделать для страны и народа, пытаются заработать политический рейтинг за счет очернительства главы государства. По словам президента, подобные фейки стоят недешево – 1,5-2 миллиона леев в день. Ежедневно осуществляется порядка 250-300 атак на президента Республики Молдова. Мы оценили, во сколько это обходится. Ежедневные расходы достигают 1,5-2 миллионов леев. Это оплаченные аккаунты на Facebook, программы на разных каналах YouTube. И все это происходит ежедневно. Представьте, ежедневно более 1,5 миллиона леев мои политические оппоненты тратят на кампании по манипулированию, направленные против президента Республики Молдова. Подводя итог, глава государства призвал своих оппонентов успокоиться, заявив, что его и его семью подобные действия не трогают, потому что все прекрасно понимают, какие цели преследуют подобного рода кампании. В то же время президенту показались интересными источники финансирования этих акций. Кстати, необходимо выяснить, откуда у вас средства на финансирование этих кампаний против президента. Я думаю, мы найдем эти источники. Частая смена правительств говорит о политической нестабильности в стране и не позволяет государству нормально функционировать. Такое мнение в эфире очередного выпуска «Президент отвечает» высказал глава государства Игорь Дадон, напомнив, что за прошедший год в Молдове сменилось сразу 3 состава кабинета министров. Я считаю, что когда в стране правительства меняются слишком часто, это нехорошо, это нестабильность. В прошлом году у нас было правительство в захваченном государстве. Следующее правительство основывалось лишь на заявлениях истерии. В правительстве Санду слишком много было истерии. Его даже прозвали истерическим правительством. Нынешнее правительство технократов, утвержденное при поддержке партии социалистов, президент считает ответственным. Глава государства уверен, что нынешнему кабинету министров во главе с Оном Кику удастся добиться хороших результатов. Сейчас у нас новое правительство, которое я считаю ответственным. Это кабинет министров, который со всей ответственностью подходит ко всем вопросам. Конечно, ожидания от этого правительства очень велики, но мы должны понять, что не может правительство за 2 месяца исправить все, что было разрушено в течение 10 лет. С 2009 года во многих сферах происходили негативные изменения. Посмотрите хотя бы на работу МВД. Многие громкие преступления последнего времени как раз являются результатом этих реформ. В данной связи глава государства напомнил, что так называемая реформа Министерства внутренних дел привела к уничтожению института участковых полицейских. Сегодня один участковый обслуживает 6-7 сел и просто физически не успевает охватить все эти населенные пункты. Говоря о политиках, которые предрекают падение правительства, Дадон сообщил, что эти лидеры хотят ввергнуть Молдову в пучину нестабильности. Досрочные парламентские выборы обойдутся стране в 70-80 миллионов леев. Неужели нам больше некуда направить эти средства? Этому составу парламента в скором времени исполнится год. И что, нужно его свергнуть и опять начинать все сначала? Зачем? Тем, кто мечтает о таком развитии событий, хочу сказать, отставка правительства, если кто-то ее добивается, не означает, что будет назначен новый кабинет министров. Подводя итог, глава государства констатировал, что те, кто ратуют за отставку правительства, на самом деле хотят лишь нестабильности в Молдове, в то время как нынешнее руководство страны выступает за то, чтобы правительство Кику работало весь свой мандат, то есть до 2023 года. Программа сотрудничества между Молдовой и Международным валютным фондом, которая истекает 20 марта, нашей страной была реализована успешно. К такому выводу пришли в ходе встречи президент Игорь Дадон, глава мониторинговой миссии МВФ в Молдове Рубен Атаян и постоянный представитель фонда в нашей стране Владимир Тулин. В
ходе беседы были обсуждены вопросы, связанные с завершением 20 марта срока действия программы сотрудничества между МВФ и Молдовой. В том же контексте стороны рассмотрели возможность перехода к новой программе, сроки и содержание которой будут обсуждены позже. Кроме того, президент и представители Международного валютного фонда обсудили ситуацию в финансово-банковой, социальной и энергетической сферах страны и подчеркнули важность сотрудничества с международными финансовыми институтами с целью оздоровления национальной экономики и повышения уровня жизни населения. Программа «Прима-кассы» будет расширена. Об этом заявил премьер-министр Ион Кику. В ближайшем будущем правительство намерено разработать механизм предоставления поддержки при покупке не только жилья, но и первого автомобиля. Глава Кабмина пояснил, что для расширения программы уже заложены необходимые средства в бюджете 2020 года. Как отметил Ион Кику, программа предназначена для молодежи, и необходимо ее усовершенствовать и адаптировать в зависимости от потребностей и ожиданий именно молодежи. Предварительно намерено способствовать тому, чтобы молодежь оставалась дома, а также, чтобы программой «Прима-кассы» более активно пользовались в сельской местности. Также Кабмин собирается существенно облегчить процедуру оформления всех необходимых документов для участия в программе. В настоящее время 3956 человек, в том числе 2776 молодых семей, воспользовались преимуществами «Прима-кассы». Средний возраст заявителей 31 год, а средний возраст приобретенного по программе жилья 591 тысяча леев. Законы должны быть ясными, а правила исчерпывающими, чтобы не оставлять места для толкования и злоупотреблений. Об этом заявила спикер парламента Зинаида Гречан по итогам встреч с председателем Конституционного суда Республики Молдова Владимиром Цурканом. В ходе беседы стороны проанализировали меры, необходимые для эффективного сотрудничества и ликвидации задолженностей по решениям КС, которые должны быть выполнены. Рабочая пятница выдалась у спикера довольно насыщенной. Помимо встречи с председателем Конституционного суда Владимиром Цурканом, Зинаида Гречаной приняла Эммануила Плошница, председателя Ассоциации адвокатов Молдовы. Он также возглавляет Национальный совет по юридической помощи, гарантируемой государством. В ходе беседы обсуждались вопросы повестки деятельности адвокатов в нашей стране, а также были намечены решения, которые могут способствовать улучшению ситуации и, соответственно, повышению качества услуг, предоставляемых гражданам. Встретилась с Зинаидой Гречаной и с председателем Координационного совета по телевидению и радио Дорогошем Виколом, с которым спикер обсудила ситуацию, проблемы и предложения в соответствующей области. Также председатель парламента провела беседу с Валерию Кицаном, председателем Национальной комиссии по финансовому рынку. Стороны определили приоритеты, а также обсудили планы и меры, необходимые для эффективной деятельности учреждения. На встрече с председателем Национального органа по неподкупности Радикой Анточ и с руководителем управления по оценке, предупреждению и внедрению политики в рамках этого учреждения Виарелом Сакирко обсуждались проблемы и задачи учреждения, а также меры, необходимые для укрепления его потенциала. С генеральным директором Национального агентства по рассмотрению жалоб Анатолием Загородным спикер рассмотрела вопросы корректировки нормативной базы для обеспечения справедливых и прозрачных государственных закупок. С директором Национального центра защиты личных данных Эдуардом Редуканом Зинаида Гречаной обсудила вопросы деятельности учреждения и предложения по улучшению его функционирования. А на встрече с народным адвокатом Михаем Катарабай и народным адвокатом по делам ребенка Майей Бонареску была отмечена необходимость защиты прав человека и выполнения рекомендаций народного адвоката в области прав и свобод. Депутаты-социалисты в составе делегации парламента Республики Молдова с 27 по 31 января примут участие в зимней сессии парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой будет избран новый председатель ПАСЕ. Делегацию возглавит вице-спикер парламента от фракции ПСРМ Влад Батринча. В ее состав также войдет депутат ПСРМ, член комиссии по внешней политике и европейской интеграции Гай Квартанян. В этой сессии ПАСЕ примет участие и выступит с речью президент Республики Молдова Игорь Дадон.
Согласно официальному заявлению ПАСЕ, в повестку дня входит совместная процедура между Комитетом министров и Парламентской ассамблеей Совета Европы в ответ на серьезное нарушение государством-членом его уставных обязательств, функционирование демократических институтов Польши, а также рапорт о случаях политзаключенных в Азербайджане. В то же время была просьба рассмотреть тему последних событий в Ливии и на Ближнем Востоке и их последствий для Европы. Депутаты также обсудят угрозы свободе СМИ и безопасности журналистов в докладе под названием «Взломанная демократия. Как реагировать?» и защиту свободы вероисповедания на рабочем месте. Ассамблея проведет две совместные дискуссии. Одну по вопросу о трафике мигрантов и о пропавших без вести детях мигрантов, а другую – о трафике человеческих органов и тканей для трансплантации. В повестку дня также включены отчеты о минимальных стандартах для избирательных систем и о мониторинге выборов в Республике Беларусь. В 2020 году правительство Молдовы рассчитывает подписать несколько соглашений с Кабинетом министров России. В том числе это договоренности о предоставлении социальных гарантий молдавским гражданам, которые трудятся в Российской Федерации. Об этом заявил глава МИДИ Аурелий Чукой, подчеркнув, что в настоящее время уже ведутся консультации на эту тему на уровне соответствующих министерств. Одно из таких соглашений после подписания позволит молдавским мигрантам, трудящимся в России на законной основе, учитывать данный стаж при выходе на пенсию в Молдове. Как отметил министр, все аспекты будут отражены в будущем договоре о социальной защите на межправительственном уровне. По его словам, представители двух стран работают и над другими договоренностями о предоставлении социальных гарантий нашим гражданам, работающим в России. Планируемые соглашения коснутся застрахованных лиц, граждан Молдовы или России, а также членов их семей. Документы заменят устаревшие, подписанные в 90-е годы прошлого века. До настоящего момента Молдова заключила договоры о соцзащите с 13 странами. В Молдове не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом нового типа, а уполномоченные структуры держат ситуацию под контролем. Об этом в пятницу рассказали на специально созванной по этому поводу пресс-конференции представители Национального агентства общественного здоровья. Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в декабре прошлого года. И за довольно короткий промежуток времени вирус уже унес 26 жизней. В последнее время в интернете появилось огромное количество так называемых фейковых новостей, в том числе о Молдове. Так, отечественные СМИ тиражируют информацию, что один заболевший есть и в нашей стране. Речь якобы идет о молдавском музыканте, недавно вернувшемся из турне по Китаю, где он выступал в том числе и в городе Ухань. Сейчас парень находится на домашнем карантине с симптомами ОРВИ. В Рио директор Национального агентства общественного здоровья поспешил успокоить общественность. Во многих СМИ появилась фальшивая информация о том, что в Молдове зафиксирован один случай заражения коронавирусом и что существует риск заражения через импортированную из азиатских стран рыбу. Хочу сказать, что это абсолютно не так. Представители ведомства отмечают, что с 2008 года Молдова внедряет интернациональный санитарный регламент, в рамках которого таможенная и пограничная службы ежедневно предпринимают меры для обнаружения каких-либо вирусов на границе. В международном аэропорту Кишинева есть медицинский пункт, в который направят человека, если заподозрят симптомы болезни, и изолируют его. После об этом сообщат нам, в скорую помощь и в клинику Тома Чорбе, куда будут госпитализированы потенциальные пациенты. По данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирус вызывает лихорадку, усталость, боль в горле и сухой кашель. Врачи настоятельно советуют гражданам быть осторожными и следить за своим состоянием, ведь симптомы болезни похожи на ОРВИ и грипп. В связи с распространением вспышки вирусной пневмонии коронавируса, Министерство иностранных дел и европейской интеграции рекомендуют гражданам нашей страны отложить поездки в провинцию Хубэй Китайской Народной Республики. В качестве меры предосторожности китайские власти ограничили доступ к населенному пункту Ухань, наиболее пострадавшему от этого вируса.
Стоит отметить, что накануне министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбровяну объявила, что властями Молдовы предпринимаются все необходимые меры для предотвращения распространения коронавирусов на территории страны. В Молдове проводится обширная программа по предупреждению населения, в том числе людям настоятельно рекомендуется избегать контакта с людьми с симптомами ОРВИ, воздерживаться от поездок, если они чувствуют себя плохо, носить маски и соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы. В случае наличия симптомов ОРВИ гражданам рекомендуется незамедлительно обращаться за медицинской помощью. В то же время, если вы в последнее время побывали в путешествиях, об этом обязательно следует сообщить медработникам. Стоит отметить, что в Китае число жертв коронавируса увеличилось до 17 человек. Еще более 570 человек инфицированы вирусом. Риск распространения заболевания крайне высок. К другим темам. Вечером в пятницу президент Молдовы Игорь Дадон провел встречу с мэром Кишинева Ионом Чебаном. Стороны обсудили различные вопросы, связанные с планом модернизации столицы, включая выделение более 300 миллионов леев на реабилитацию дорог в течение нынешнего года, а также реставрацию около десятка парков и скверов в ближайшие месяцы. Затронули также тему реализации инвестиционных проектов. Ион Чебан проинформировал главу государства о продолжении сноса неавторизованных объектов. Так, к настоящему времени убрано 236 нелегально работавших киосков и демонтировано 452 незаконно установленных объекта наружной рекламы. Кроме того, президент и генпримар говорили о ситуации в социальной сфере. В этой части они подтвердили, что будут приняты все необходимые меры для недопущения повышения тарифов. В Международный день образования генеральный примар Кишинева Ион Чебан принял участие в муниципальном форуме «Участие для перемен». Выступая перед собравшимися, столичный градоначальник поделился планами работы городской администрации в этой сфере. Это и создание комфортной среды для обучения, качество, доступность, безопасность и инклюзивность образовательного процесса, а также развитие школьной инфраструктуры. Именно эти и другие аспекты образования будут объектами нашей работы. Мы ищем решения для повышения уровня образования в муниципии, чтобы ребенок мог обучаться в обстановке доброжелательности и стал достойным гражданином своей страны. Также мы стремимся создать условия для образования взрослых, чтобы обеспечить получение новых знаний на протяжении всей жизни. Ион Чебан отметил, что решения для повышения значимости образования могут быть найдены лишь сообща. Сделать образование качественным, доступным и инклюзивным – наш долг, подчеркнул генпримар. Учебные заведения, а также семьи играют наибольшую роль в улучшении условий и создании комфорта, чтобы все дети чувствовали себя в безопасности, учились и развивали свои способности. У нас нет других долгосрочных активов, кроме человеческого капитала, и от качества образования зависит качество и этого капитала. Образование определяет значимость, а уровень образования каждого человека и общества в целом определяет нашу конкурентоспособность, способность к развитию и процветанию как государства. Ион Чебан поздравил всех присутствующих с Международным днем образования, пожелав воодушевления и энтузиазма, много сил для творчества и воплощения в жизнь всех идей. 3 декабря 2018 года Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила 24 января Международным днем образования в знак признания роли образования в обеспечении мира и развития. Создана комиссия для выяснения обстоятельств массового отравления в столичном технологическом колледже. Об этом распорядился министр образования, культуры и исследований Корнелий Попович после того, как выяснилось, что руководство образовательного учреждения, чьи воспитанники попали в больницу, до сих пор не знает о причинах инцидента. Инцидент с отравлением парами краски, произошедший в столичном технологическом колледже номер 2, привел к госпитализации 5 воспитанников учреждения. Они проходили лечение в центре матери и ребенка. 4 уже выписаны, а 5 пока остается в больнице. Прошло уже 2 дня, а руководство колледжа до сих пор не выяснило обстоятельства произошедшего и не проинформировало Министерство образования, культуры и исследований ни о самом инциденте, ни о мерах, которые были предприняты. Таким образом, в связи с отсутствием реакции
реакции со стороны директора технологического колледжа, глава Минпросвета Корнелию Попович распорядился создать комиссию для оценки ситуации, произошедшей в учебном заведении, вызвать директора на работу, учитывая, что он был делегирован на прохождение программы непрерывного обучения, а также осуществить дисциплинарное взыскание в отношении сотрудников, безответственные действия которых поставили под угрозу жизнь и здоровье учеников. Акчен ТВ будет следить за развитием событий. Министерство образования намерено изменить процесс аттестации преподавателей. Государственный секретарь Министерства образования, культуры и исследований Наталья Греу провела накануне заседание рабочей группы, призванной найти соответствующее решение. Проект внесения изменений в регламент аттестации преподавателей общего профессионально-технического образования и служб психолого-педагогической помощи будет подвергнут публичным консультациям во втором квартале 2020 года. Он будет иметь юридические основания для аттестационной сессии 2020-2021 учебного года. И еще из заметных событий дня – коротко. Число безработных, официально зарегистрированных в Национальном агентстве занятости населения, сокращается. Так, в прошлом году было зарегистрировано 31 484 человека со статусом безработного, что на 4 тысячи с лишним меньше, чем в 2018 году. Если говорить о заработной плате в стране, то, согласно статистике, в Республике Молдова есть работники, получающие менее 2 тысяч леев в месяц. Большинство из них работают в сфере искусства, в организациях сферы досуга и развлечений, в области образования. Наиболее высокую зарплату предлагают в секторе инфокоммуникационных технологий свыше 10 тысяч леев. Следователи инспектората полиции сектора Чекан задержали 40-летнего жителя Рыбницкого района, подозреваемого в покушении на убийство. По данным пресс-службы столичной полиции, инцидент произошел 19 января на улице Волонтарилор в столичном секторе Чеканы. В полицию поступило сообщение о том, что был найден мужчина с травмой в области головы. Правоохранители установили, что пострадавшим является 35-летний мужчина, который пришел к подозреваемому в гости. Мужчины распивали алкогольные напитки, когда между ними вспыхнула ссора. Хозяин дома схватил топор и молоток избил своего гостя, после чего выставил его на улицу. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу. Подозреваемый помещен под арест на 30-дневный срок. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Пятерым гражданам понадобилась медицинская помощь в результате ДТП, произошедшего в пятницу в Каушанах. Там лоб в лоб столкнулись два автомобиля. По данным местной полиции, в аварию попали машины Audi и Volkswagen. Предварительно установлено, что виновник ДТП – водитель автомобиля Audi. При повороте мужчина потерял контроль над управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим авто. Причины инцидента выясняются. Украинские пограничники совместно с правоохранителями пресекли контрабандный канал перемещения через границу из Приднестровья наркосодержащих таблеток. Граждане Республики Молдова и Армении пытались перевезти в Украину 15 килограммов таблеток, которые содержат наркотики. Их задержали в нескольких метрах от границы. Ведется следствие. Сотрудники управления по борьбе с наркотиками совместно с прокуратурой сектора Рыжкановка выявили группу людей, подозреваемых в выращивании, переработке и сбыте марихуаны, а также контрабанде наркотических веществ. Трое молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет организовали лабораторию в столичной квартире. 21 января они были задержаны. За незаконный оборот наркотических веществ им грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет. Около 3 миллионов пассажиров обслужил международный аэропорт Кишинева в 2019 году. Это больше, чем все население Республики Молдова. Спрос на авиаперелеты вырос по сравнению с прошлым годом, когда аэропорт обслуживал на 167 тысяч пассажиров меньше. 1 февраля станет известно, кто поедет от Молдовы на Евровидение. Правда, при необходимости возможно проведение дополнительного этапа национального финала. Живое прослушивание в рамках национального отбора состоится в следующую субботу. На этом этапе ожидается участие 35 исполнителей, которые представят 36 песен, зарегистрированных в конкурсе. Выступления конкурентов оценит профессиональное жюри. За титул самого быстрого шахматиста Молдовы в этом году поборются 40 игроков. Мужской и женский турниры пройдут по швейцарской и круговой системам в 9 турах. Самых быстрых шахматистов страны Национальная федерация наградит 26 января.
Кто в Молдове быстрее и правильно передвигает фигуры по шахматной доске? На этот единственный вопрос ежегодно дает ответ чемпионат Молдовы по быстрым шахматам. Каждому игроку на всю партию отведено по 15 минут с добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с первого. В этом году турнир собрал 40 любителей шахмат от мастеров до юных талантов. Перед стартом шахматного соревнования всем его участникам арбитр международной категории Светлана Харитонова разъяснила основные правила. Быстрые шахматы, сразу говорю. Два нелегитимных хода. Первый – прибавка минуты вашему сопернику. Второй нелегитимный ход ведет к поражению. Поэтому, если ваш соперник делает невозможный ход и пережимает часы, вы часы останавливаете, поднимаете руку, подходим и фиксируем нелегитимный ход, либо поражение. Будьте внимательны, пожалуйста, старайтесь невозможных ходов не делать. Мужское и женские турниры пройдут по круговой швейцарской системе в 9 туров. Самых быстрых шахматистов страны Национальная федерация наградит 26 января. В прошлом году чемпионские титулы достались лидерам сборной Молдовы Дмитрию Светушкину и Светлане Петренко. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Приятных вам выходных.